Друзья, всем привет! И добро пожаловать на канал ProGames. И мы с вами продолжаем. Так, и давайте выбираться с этой тюрьмы. Устроим побег. Сейчас немножко осмотримся здесь. Добро соберем. Серебряный портсигар. О, выглядит так, будто пережил войну. Что неудивительно. Ну да. Ну вот мы собираем же все сокровище. Вот можно будет как-то же продать это. Там столько добра понаходили уже. Так, где наш друг-то новенький? Поделся. Убежал без нас, что ли? Сколько ты пробовал в той камере? Достаточно, чтобы понять, что Константин не перечислил. Ждет нас. Святой источник? Здесь? Что это? Урок истории. Это место многое пережило. Ух ты. Здесь был трудовой лагерь. Диктофон. Итак, маски сброшены. Предательство. Теперь Лара знает правду. О-о-о. Чувства Жанна. Какие-то странные. Во-первых, сожаление. О той части меня, что осталось там, в пыточной камере. Угу. Красные посылали заключенных в шахты. Но этого было мало. Они брали наших людей, отнимали детей у матерей и угоняли в рабство. Вот это древность. Что же они нашли? Спроси у них. Надо идти. Здесь небезопасно. На прииск не похоже. Да. По-моему, это раскопы. Может быть. Они копали везде, где видели хоть намек на нашу. Так, ладно, сейчас откроем. Карта России. Что там? Ну, для ука. Да, отлично. И все открываем. Депо. Дальше. Моя деревня в долине, по ту сторону горы. Там нас не найдут. Деревня есть местных. Вертушка. Последний вертолет ушел. Подходим. Это последний. Нашли обновлево в рубке связи. Опять гори, что ли? Можно ее тушку угнать и с нее пострелять. Стой здесь. Я разберусь. Блин. Все нормально. Бейла, ничего не покажу, парка, что такое. Почти готово. Есть. Пошел. Поехали. Константин требует послать людей на медиплавилку, пока буря не налетела. И нам предстоит тут бойня, значит, да? Всех братков повыносить. Ну, ломай. Пусты. Ты что, не можешь сделать силу? Патрошка им беда. Согрем немножко их. Пойду посмотрю. Иди посмотри. И осмотрим территорию. О, браток. Ты
Так-ка. Прошу молодь не за его. Панель спеклась, почти починил. Что-то работает. Тихо, тихо. Изи бой. Давай прогуляйся, иди. Ну вы же не знаете, кто вас атакует? И откуда атакуют? Ты обузывалась? Так, он там на вышке вроде... А, есть там тут один. Чисто. Чисто, да? Упа, он сжался. Сверху вынести его. Здесь ничего. Да вы дебилы. Блин, я промазал. Стоять бояться. А у вас много трупов. Не думай стрелять даже. Ну вот и все. Дело прошмонать тут. Да, раздели тебя, ворочка. Вот, это можно уничтожить, да? Она скинула маску. Наконец мы снова воссоединились. Угу, Константин. Без нее в последний. Ладно, отдыхай. Открыли Яков, ворота. Я смогла открыть внутренние ворота. Беги во двор. Я уже там. Так, Яков пошел. Но мы попозже пойдем за ним. Сейчас мы посмотрим все. Там кучка трупов валяется, надо их обшмонать. Машина. О, это испытание, еще их 8 штук, что ли? Осталось еще 5 штук. Интересно, машина взорвется, если мы ее сейчас поджарим? Генераторы.
А где остальные? Остальная аппаратура. Так, машина не взрывается. Печально. Я посмотрел бы на взрыв. Так, чё, наушники на той стороне? Да чё, солнечные панели? Ну да. Так, ну явно тут уже нету. Значит, они дальше где-то там. Вот это можно будет как-то потянуть. А, во, как сделать нужно. О, воронье летает. Так, тут ничего взять нельзя. Ну, ладно, полезли наверх, по сугробам. Лаварочка полезла. Кто-то где-то там болтает. Анна, мне нужно туда. Яков, что он делает? Он здесь. Я чувствую. Блин, черт. Тихо. Не шуми. Лара. Вот именно осторожно, Лара. Яков уже тут слушает. Скорее бы убраться из этого ледяного ада. Тогда у меня хорошие новости. Пришли разведданные. У дикарей есть деревня. Опа. На той стороне горы. Узнали про деревню. Скоро настанет твой день. Наш день. Если ты не будешь больше отвлекаться. Ты о чем? Ты пожалела ее. Эту Крофт. Она ведь до сих пор жива. Но нам нельзя. Я думал убить ее. Понимаешь? Сомневаешься во мне? Ты знаешь, что я сделала для Троицы? Чем я пожертвовала? Что мне пришло? Она больна. Все нормально. Или может просто простыла? Жизнь. Сибирь-то холодно. Крепко побила нас обоих. Но я поклялся всегда тебя защищать. Ну и кто из нас расчувствовался? Обещаю тебе. В конце нам воздастся, и святой источник даст тебе жизнь. Значит, что больна. Еще важнее, смертельно жизнь в чистом, больна. Безгрешном мире. Отправь людей в эту деревню. Узнай, что им известно. Это слишком опасно. Ну так, блин, шкурить надо. И не было вот болячки. Походу, урок легкий у нее. Все это будет неважно, когда мы достигнем цели. Константин, вас ждут в тюремном блоке. Это наше общее дело, сестра. Помни об этом. Всегда. Брат с сестрой? И свершится суд над людьми, и обратятся неверные в прах, и развеется прах тот по ветру, и восстанут те, чья вера была чиста, и обретут жизнь вечную. Беги, я тебя найду! Вам. Спалили, что сбежали? Типа канализация. Ладно, теперь бы найти.
Уже бегу. Телефоны. Черт. Эту? Надо сматываться. Погодь, не ломать, кидать ее по шмат. Полазь тут. Быстрее, быстрее, вора. Так странно снова участвовать в операциях. Я столько времени вела комфортную жизнь в доме Крофтов. Угу. Нашивка солдат Троицы. Один рисунок без слов. Они не афишируют себя даже перед собственными пехотинцами. Угу. Опа, напряжение тут, да? Так, канат. Может, что-то покрутить надо здесь. Повертеть. Нужно достать провод из воды. Ага. Надо подцепить, значит, его. Так. Отлично. Быстрее, быстрее, вора. Вот. А если мы сейчас опустим? Она же упадет. Нет. Там стрельбики. А если сейчас они пойдут за нами, то можно будет хопа и скинуть его, да? Нет, не идут. Да я быстро его тут ультрашокером. Блин, как нельзя. Пошел отсюда. О, у нас окашечка. Ну ты попал. Ты только уже учишь, что ли? Я вот там не зашутил, блин. Это была винтовка. А, в гости будет заходить? Нет. Нет, блин, ты лежаешь. Видел? Ты больше не видишь. Пристрелялся. Что, максимальный запас патронов? Ловить-то.
Все, отстрелялись. Даже отмычка есть. Так, куда улетел? Так, диктофон. По мере продвижения в долину, я все чаще смотрю на развалины и размышляю о собственной смертности. Право все забыл. Еще три штуки где-то. Ну ладно, прыгай вниз. Угу. Я думаю, ты наденешь, с собой возьмешь его. Сам попал бы. Да, вородубак. Давай, согревайся. И надевайся. Впервые за последние недели у меня словно спала с глаз пелена. Я знаю, что здесь что-то скрыто. Это искали красные. А теперь ищет Орден Троицы и Анна. Анна. Господи, до сих пор не могу поверить. Все это время. За папой она тоже следила. Надо идти дальше. Найти Якова и помочь его людям. Если я смогу убедить их, что мне можно верить, возможно, он ответит на мои вопросы. Подрывник. Угу, труп ловушек. Так, ладно, давайте сначала боевку прокачаем. Например, тут удар сбоку. Так, а здесь мы зажигательные поставим. Так, кучная стрельба, это хорошо. Ударник и обоин. Нет, давайте сначала кучность. И теперь надо надеть варочку. Так, а что у нас там было надето? Нет, не это. Это следопыт у нас был. Сибирский. Беги. Так, он там еще где-то. Ноутбук. Надо тебе дать прикурить где-то наверху, да? Так,
через... Ах ты вовремя сел. Да ты, блин, шубливый ты такой, а? Это я херю. Последний остался. Ара, беги! Где там тут взрослость, а? Тут он гранатом раскидывается. Ну шмонай же ты его. Так, патрушек больше нету. Гранату можно сделать. И залист. Залист, что там учится. Опа. Бронированный чел. Вперед! И не тормозить. Хорошо, что гранату сделал. Я же сделал ее. Упали все, что ли? Беги, беги, беги. Дай-ка подержимся в своей броне. Так, ноутбук, ноутбук. Ищем последний ноутбук. Так, здесь нам не дали собрать. Вот, ну, все, полный комплект. Трошки. Так. Ну-ка раскопай. Так, наверх мы там не залезем, но... А, это дело обрушить можно. Бардак натворили. Посуду на углу. Куда он здесь будет? Что здесь случилось? Может, Яков постарался здесь? Вот где. Отлично. Значит, не пропустили его. Мы прорываемся все дальше. Я с облегчением чувствую, что именно эту работу мне суждено было выполнить. Угу. Яков? Депо уже близко. Ты там? Знаки отличия боевого ордена Троицы. Троица, Троица.
Так, ну вот оно, вагонное депо. Тут Яков трупики нам поставлял. Нихера ты. Непростой лучок. Я думала, ты там остался. Да ни за что. Спасибо, что вызволила. Пойдем! Вода. Выход один. Вау, ты видишь? Ворать теперь путь быстрее. Разрешитель. Яков спас. Успокойся. Вот, выпей. Полегчает. Ты мог бросить меня в реке. А ты бы меня бросила? В тюрьме. Мелькнула бы такая мысль.
Думаешь, у меня не мелькало? И чего ради ты рискуешь тут столь многим? Святой источник. Я знаю, что ты ищешь. Вопрос только зачем? Ну, это же та пещерка. Мы наверху находили ее. Он тоже был археологом. В последние годы жизни он просто бредил легендами о бессмертии. Конечно, ему никто не верил. И я в том числе. В нашу последнюю встречу мы поссорились. Он покончил с собой. Да неправда это. Я думала, что научусь жить с этим, но... Что-то произошло. И я увидела нечто, что я считала невозможным. Это все изменило. Я поняла, что отец был прав. Он умер один, потеряв все. Но он умер не зря. Так ты веришь, что источник существует? Честно говоря, я не знаю. Но если в этих мифах есть хоть капля правды, я должна знать. Его нужно изучить, понять. Он может изменить весь мир. Его нельзя ото всех прятать. Такие перемены не всегда к лучшему. Ты бы хотела, чтобы Троица узнала секрет бессмертия? Конечно, нет. Тогда прошу тебя, не останавливайся. Просто иди другой дорогой. Помоги мне и моему народу. Помоги нам прогнать Константина и Троицу. И что потом? А потом оставь нашу долину. Знай, что сделала правое дело. Нет. Прости, я не могу. Не можешь? Или не хочешь? Я помогу вам победить Троицу, но от цели не отступлюсь. Если я сейчас сдамся... То как будто предашь его? Не только его. Мне нужны ответы, Яков. Я должна понять. Уходишь? Меня сейчас больше волнует деревня. Она на той стороне. Да, горы. Та самая пещерка. В одном дне пути пешком. Но можно добраться быстрее через медную шахту. Ты пока отдыхай. Я скоро вернусь. Я думал, кто здесь живет? Ну как живет? Бывает. А тут Яков обитает. Яков, ты здесь? Связи нет. Черт, где же он? Ну да, кроватка его. Ну, буржуйка, нормально. Да, та самая пещерка. Ну тут там... А, это бутыля. Я думаю, что там блестит. Давайте, друзья, здесь-то остановимся. Продолжим с вами в следующей серии. Так, все, подписывайтесь на наш канал ProGames, ставьте лайки, комментируйте. И всем удачи, всем пока.